Теперь, чтобы собрать ребенка к школе, не нужно объезжать весь город и бегать от магазина к магазину. Школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары – все это будет собрано на ярмарке в павильоне «Мурман-экспо». Про родителей и педагогов организаторы выставки-продажи тоже не забыли. Участники представят широкий ассортимент деловой одежды, изделий из кожи и аксессуары. Мурман-экспо посетителей ждет не только шопинг, но и масса творческих мастер-классов от центров дополнительного образования. Здесь же можно будет записаться в различные кружки и секции, например, на танцы. Школьная ярмарка будет работать с 23 августа по 1 сентября по адресу проспект Кольский, 51, павильон Мурман-экспо.